Всем привет, дорогие друзья! Давайте продолжать подводить итоги сборов. Сегодня у нас вторая часть прошлой, в первой части, если не посмотрели, то посмотрите. Я говорил про лучших футболистов, тех, кто по цифрам выделился на этих сборах, которые у нас прошли. Ну и, соответственно, должны, по идее, как-то ярко проявлять себя весной. Но есть люди, на которых мы обращаем внимание особо. Это новички Локомотива, и сегодня я хочу поговорить про трансферы. И те, которые на вход, те игроки, которые пришли в Локомотив, это Жорзино Немси и Саид Хамулич. Но и про те, которые ушли из локомотива и это не менее важно в этом году в этом межсезоне чем собственно приобретение футболистов так что давайте прожимайте лайкосики подписывайтесь на канал если еще этого не сделали и давайте поговорим про трансфера локомотива в этом межсезонье. Почему я говорю о том, что трансферы на выход из локомотива не менее важны, чем трансферы на вход? Понятное дело, что каждое трансферное окно, болельщики всех клубов, не только локомотива, с замиранием сердца читают новости, читают слухи о том, что вот этот футболист может прийти в клуб, вот этот футболист может прийти в клуб. И как будто бы именно это самое важное, а несколько лет назад я заметил то, что, ну, вообще говоря, чемпионат и матчи футбола, Продолжение не так уж сильно и важны для болельщиков, как трансфер, трансферы, трансферы. Вот побольше бы игроков, посильнее бы футболистов. А вот мы интересуемся этим, а вот мы интересуемся этим. И как будто этим голова у болельщиков занята гораздо сильнее, чем то, а насколько вообще нужен тот или иной футболист, и насколько команда становится сильнее с его приобретением. Сейчас эта лихорадка уже немножко, наверное, пошла на спад, но несколько лет назад, несмотря на то, что Локомотив там играл в Лиге Чемпионов, занимал призовые места, она точно была, и и куча людей просыпалась в межсезонье с такой вот дрожью трансфер, трансфер, а вот давайте посильнее футболистов купим. Но в прошлом году у Локомотива была другая проблема. У Локомотива было очень много средних футболистов. Они вроде бы, ну, не самые плохие, да, не сказать то, что это какие-то прям, ну, совсем бездари. Но при этом, когда они выходили на поле, они, по большому счету, Локомотиву не давали вообще ничего. То есть, казалось бы, у тебя есть игрок, ты на него можешь положиться, он участвует в тренировочном процессе, но когда ты его выпускаешь, команда, ну не то чтобы минус один имеет на поле, но и плюс один тоже по большому счету не имеет, да, то есть какого-то решающего вклада в игру они внести не способны. И вот таких футболистов в команде собралось слишком много, а перераздутый состав на самом деле... Он ничуть не лучше, чем состав, в котором не хватает футболистов. И я знаю, что очень много тренеров предпочитают играть обоим 14-15 человек, чем иметь у себя 25 человек, претендующих на место в составе. Потому что здесь возникает очень много проблем. Когда у тебя много футболистов, на которых тебе нужно обращать внимание, твое внимание как главного тренера рассеивается. Ты в тренировочном процессе тебе нужно уследить за 15 игроками и понимать, кто в какой форме. Или за двадцатью пятью игроками и понимать кто в какой форме. Второе, конечно, гораздо тяжелее. При этом э, все они претендуют на то, чтобы получать место в основном составе. И в начале этого сезона, вот именно сезона 23-24, мы столкнулись вот с этой самой конкретной проблемой, что у нас было очень много футболистов, и у Галактионова глаза разбегались. А кого выбрать в стартовый состав на следующий матч? Попробовал одних, ну вроде что-то нормальное, но, наверное, можно лучше. На следующий матч берет других, на следующий матч берет третьих. И в результате у нас нету Игроков в игровом тонусе. Когда у какого-нибудь условного ЦСКА на поле выходит 15-16 человек, они все находятся в хороших игровых кондициях. Они выходят, они четко понимают, что от них хочет тренер, они находятся в хорошем игровом тонусе и хорошо, собственно, играют. А у нас же получалось такое, что у нас выходит футболист, следующий матч он сидит на банке, потом выходит на 15 минут, потом снова на 90 минут, и, естественно, он не может показать игру стабильно хорошего уровня, если он не играет по 90 минут каждую неделю. И, к сожалению, для нас в начале сезона это было большой проблемой. В конце осени, в начале зимы, мы с этой проблемой справились, и у нас уже... Большой ряд футболистов практически в игре участие не принимало. Наш стартовый состав стал предсказуемым. И игроки, соответственно, стали гораздо лучше в игровых ситуациях на поле принимать решения и понимать, что от них требуется, собственно, в этих матчах. Ну и результаты наши пошли вверх. И еще одна проблема, которая возникала в этой связи, это то, что футболисты вот этого среднего уровня, они закрывали дорогу в состав молодым, потому что, ну, когда у тебя, там, не знаю, счет 0-0 и последние минуты матча идут, и у тебя есть выбор выпустить футболиста какого-нибудь 2005 -го года рождения, Мишу Щетинина, или выпустить... Даню Куликова, который играл там в Лиге Чемпионов против Баварии, против Атлетика, ну, Тренер все равно принимает какие-то более э, стабильные решения и выпускает Куликова. А Миша Щетинин, который мог бы получить практику в этом матче и вообще было бы не хуже, остается на скамейке, просто потому что он моложе и у него нет этого опыта. Но как он получит опыт, если на скамейке всегда будут находиться вот эти вот средние футболисты, которые локомотиву по большому счету дать ничего не могут, но в глазах тренера будут все равно смотреться лучше, чем молодые необстрелянные юнцы, которые нет-нет, да и накосячат где-нибудь. Так что большой задачей на сезон 23-24, конкретно на зимнее межсезонье, я видел избавление от балласта. Я об этом говорил и прошлым летом, и говорил об этом в течение всех игр летом, осенью и зимой. И я очень рад то, что тренерский штаб и спортивная дирекция учли мои пожелания, так сказать. Ну, в кавычках, понятное дело, что они сами прекрасно понимали, осознавали эту проблему. И, собственно... Ну, можно сказать, что решили ее, по крайней мере, на данный момент в Локомотиве не осталось ни одного игрока, про которого я мог бы сказать, а что он делает в составе, или при виде которого в стартовом составе Локомотива я бы схватился за голову и сказал, мол, ну, Галактионов, ты опять на грабли наступаешь, как с Куликовым, когда ты его выпускал в старте на «Спартак». Я думаю, что все болельщики Локомотива плюс-минус согласятся со мной, что от ухода Константина Мардишвили, Данила Куликова, Дмитрия Рыбчинска, Ивана Кузьмичева Локомотив по большому счету не теряет ничего. При этом сузив вот эту вот обойму футболистов на 4 человека, мы получаем более боеспособный коллектив и больше не будем распаляться на то, чтобы. А вот выпустим-ка мы Ивана Кузьмичева, может быть, он лучше, чем Евгений Морозов. А может быть, Дмитрий Рыбчинский на фланге атаки нам сейчас затащит матч со Спартаком. Ой, нет, он промахнулся с 5 метров по пустым воротам! И в этом будет в том числе и усиление локомотива. Парадоксально, но уход футболистов тоже может быть усиление. Давайте кратенько, быстро про каждого из них скажу. Первым ушел Константин Мардишвили. Он ушел еще до зимних сборов, нашел себе клуб Пари НН и сейчас появилась новость о том, что Пари НН уже фактически выкупил Константина Мардишвили. Сам Нижний Новгород пока отказывается от этого, но э, ситуация такова, то что ну, с большой долей вероятности Мардишвили в Локомотив не вернется. Сейчас он будет в Пари НН искать себе покупателя из Локомотива и такая вот э, барьерная. Зона это 3 миллиона евро. Если... Дороже 3 миллионов евро будут его покупать из локомотива, то Пари НН достанется 20% от этой суммы, если дешевле 3 миллионов, то 15% от этой суммы, но в общем в целом, да, идут уже разговоры о том, как бы продать Мардешвили, а сам локомотив будет платить примерно половину зарплаты Мордешвили, что на самом деле э, довольно большая экономия, потому что по новым данным Мордешвили получает в локомотиве аж 7 миллионов рублей в месяц, то есть это больше миллиона долларов в год, да, соответственно, 500 тысяч долларов экономия. Ну, нифига себе. Мне нравился Константин Мордешвили. Я вообще не той части болельщиков Локомотива, которые считают, то, что это супер-мега-провальный трансфер, да, конечно, 7 миллионов евро, если это правда, то это огромная переплата, но надо понимать то, что покупали Мардишвили срочно-срочно, когда стало понятно то, что Крыховик уходит, и большая часть денег от Крыховика, собственно, пошла на покупку Мардишвили. На тот момент это был молодой полузащитник из клуба-конкурента из ЦСКА, был игроком молодежной сборной, так что, ну, казалось то, что парень перспективный. И ну, за локомотив тоже у него были очень яркие матчи. Были голы через себя, были голы на последних минутах. Был матч, в котором он отдал три голевых передачи. Ну, в общем. Сказать то, что он совсем себя никак в локомотиве не проявил, я не могу, но, конечно, и не игрок на 7 миллионов евро, потому что если локомотив покупает кого-то за 7 миллионов, то это, конечно, должен быть игрок явно основного, явно стартового состава, а Мордишвили так им и не стал. Я думаю, что в основном из-за психологических проблем. Потому что в какой-то момент Мародишвили и Технезиан ну, воспринимались примерно на одном уровне. Но затем Технезиан сделал резкий рывок наверх, потому что справился со своими психологическими демонами. А Мародишвили так потихонечку-потихонечку оседал вниз. И даже когда его выпускали на замену, а выпускали его довольно часто, он уже не показывал того качества, какое мог показывать, когда на него рассчитывали в его начале локомотивской карьеры. Надеюсь, то, что в паре -н -н он перезапустится, там ему точно будут больше доверять, ну и, соответственно, найдет себе какого-нибудь покупателя, а локомотив отобьет хотя бы часть затрат на него. Второй игрок, который ушел, это Даня Куликов, э, кумир всех болельщиков локомотива. Э, на него было много надежд в начале его карьеры, его очень хвалил Вадим Лукомский, увидев его в матчах Лиги Чемпионов, и когда-то казалось, что да, что-то из Дания Куликова может интересное получиться, Уж точно, когда Куликов выходил против Баварии и Атлетики, не думалось, что э, через 2-3 года Локомотив будет разрывать с ним контракт просто для того, чтобы не платить ему зарплату. Э, грустно, но в какой-то момент стало понятно то, что Куликов не делает шаг вперед. То есть его яркие качества проявлялись очень хаотически, иногда есть, иногда нет. И даже в течение матча он может сделать что-то неплохое, хорошо начать атаку, развернуться, уйти из-под прессинга. И в том же матче пропасть потом минут на 30, вообще не принимать участие в действиях команды. И вот, этого, вот этой стабильности Дани Куликова так, по сути, всей его игровой карьеры в Локомотиве и не хватало, и вполне логично то, что сейчас есть уже гораздо более интересные футболисты, и тот же Миша Щетинин, как мы узнали, Алексей Батраков, которые на позиции опорника сыграют, ну, сильно лучше и сильно активнее, чем Куликов. Дмитрий Рыбчинский вообще была такая небольшая авантюра, вернулся из аренды в, как раз в паре НН, он был, там провел неплохие полгода, забивал и действовал довольно ярко, был одним из лучших игроков той команды, но, как оказалось, да, вернулся ровно тот самый Дмитрий Рыбчинский, который от нас и уезжал, ничего он по большому счету себе не смог э -э, проапгрейдить в паре НН и... Все те же самые вот психологические проблемы, но немножко иного толка, чем у Константина Мордешвили, у Дмитрия Рыбчинского так и остались. Он не справляется с давлением. Большие матчи, трибуны, и как только от него начинает что-то зависеть, оказывается то, что он не способен решить даже простой момент, когда ты игрок атаки, один момент для тебя может фактически определить твою судьбу. Будешь ты играть за этот клуб или не будешь? Он не забивал тогда вот э, Сочи несколько лет назад, по-моему, уже. А потом очень похожий момент и в матче со Спартаком ему делают передачу, ворота пустые. Забивай, и ты, герой болельщиков, тебя все любят, ты будешь выходить за локомотив. Но ножки задрожали и из простой ситуации попал мимо ворот. Ну, собственно, примерно так он и действовал всю свою жизнь в локомотиве. А жалко, опять же, начало карьеры было многообещающим. У Николича Дмитрий Рыбчинский выходил очень много и в целом был довольно полезен. Ну и последним из локомотива ушел Иван Кузьмичев. Я думаю, здесь вообще никаких вопросов нету. Это была последняя, ну или предпоследняя глупость Цорна. Зачем нужно было его тогда покупать, вообще непонятно. Сыграл не очень много матчей за Локомотив. Там, где играл, никакого прям хорошего впечатления о себе не оставил. Скорее оставлял плохое о себе впечатление. Ассоциируется вот как раз с плохим периодом Локомотива, в котором мы опускались все ниже и ниже по турнирной таблице. А когда мы начали подниматься по турнирной таблице, там уже Кузьмичева не было. А, честно говоря, я не думаю, что, что, Кузьмичев плохой футболист, да, но просто он не нужен был Локомотиву от слова совсем, вот вообще не нужен был. На тот момент мы искали замену в центр поля, у нас ушел Бика-Бика, мы искали игрока атаки, но почему-то вдруг ни с того ни с сего Сорн решил, а давайте-ка купим Ивана Кузьмичева из Урала. Причем и в Урале-то Кузьмичев играл не то чтобы очень много. Я не понимал тогда это приобретение, не стало понятнее и спустя полтора года после этого приобретения. Ну, был и был. Тоже, опять же, ничего плохого сказать про Кузьмичева не могу. Это молодой футболист, который просто попал в команду, в которой его не должно было быть. Я пожелаю Кузьмичеву удачи. И э, я думаю, что из него, в принципе, игрок для российской премьер-лиги вырасти должен. Он умеет играть в футбол, он довольно техничный парень. Но вот оказался заложником немецкой стратегии лично Цорна, который под конец своей работы в Локомотиве Локомотиве принимал одно идиотское решение за другим. От этих футболистов Локомотив избавился. Я думаю, что не будет привлечением сказать, что мы их в Локомотиве больше не увидим. Хотя Мардишвили в аренде, Рыбчинский в аренде, Кузьмичев в аренде. Только с Куликовым мы разорвали контракт. Но я думаю, что никто из них в Локомотив уже не вернется. И дальше их просто будут либо рассовывать по арендам, либо точно так же, как с Куликовым, просто разорвут контракты. С Рыбчинским, по-моему, контракт просто должен плавно закончиться, и он станет свободным агентом. Давайте поговорим про тех футболистов, которые пришли в локомотив. Начнем с Никиты Салтыкова. В принципе, я про него уже говорил неоднократно. Это игрок из крыльев советов. Но на мои личные радары он попал, когда играл за Акрон в Кубке России. И против нас, и против особенно Спартака. Ну и дальше я начал уже следить за этим парнем. И для меня совсем не было удивлением то, что крылья советов подняли Салтыкова. И точно так же не было удивлением, что ну, парень с первых же своих матчей за крылья советов стал показывать очень высокий уровень игры. И э, чем он особенно выделяется, чем он запоминается, это своей настырностью. Несмотря на то, что он молодой, несмотря на то, что ему там всего 18-19 лет, он ровесник Сергея Пеняева. Он не боялся совершенно лезть в обыгрыш, он не боялся бить поворотом, не боялся залезать в штрафную, с чего, вот, например, от Вадима Ракова я так и не могу добиться, я не могу этого увидеть. Я очень надеюсь, что Раков переборет эту свою робость и какую-то корректность на поле и начнет брать игру на себя. Ему это очень надо, он это умеет, но почему-то в голове у него как будто бы я должен помогать другим, более старшим ребятам играть в футбол. Нет, когда ты молодой, тебе нужно проявлять себя, чтобы тренер тебя заметил И вот Салтыков этим явно выделяется Сказать, что Салтыков прям игрок без слабых мест я тоже не могу Конечно, молодой парень бывает, что слишком берет игру на себя И теряет мячи там, где не надо терять Не всегда технические элементы у него получаются хорошо Но я рад то, что Локомотив покупает молодых футболистов Да, это воспитанники Чертанова Да, эти футболисты приходят из крыльев Советов Но тоже надо же понимать то, что купить молодого футболиста из Академии Краснодара или из Спартака, из Динамо, из ЦСКА, из Зенита, из топовых академий, но ну, это очень дорого. В то же время купить игрока Чертанова, купить игрока Крыльев Советов очень высокого уровня, уровня не ниже, чем означенные мной выше Академии, Гораздо проще, гораздо дешевле, поэтому чего бы этим не пользоваться. В принципе, игроков уровня Салтыкова, молодых в российской премьер-лиге, ну... Раз, два и обчелся. И большинство из них, они принадлежат вот как раз топ-клубам, которые их не отдадут. Ну, кого еще можно вспомнить, да? Ишкова из Урала, Рожкова из Казани. Хотя Казань тоже не будет расставаться со своим воспитанником за копейки. Ну, собственно, вот, наверное, и все, кто приходит на ум. Так что я рад в любом случае приобретению Салтыкова. Приедет он только летом, весной он нам не поможет. Но зато летом усилит конкуренцию на флангах атаки и в нападении. Второй новичок. По хронологии, это Саид Хамулич, и это тоже игрок атаки. И здесь у меня гораздо-гораздо больше вопросов, потому что с самых первых нарезок, с самых первых моментов, когда только узнали про интерес локомотива к Хамуличу, стал возникать вопрос. А как вообще такой футболист попадает на радары к такому клубу, как э, Локомотив? Ну, есть определенные подозрения, но э, связанные с агентами Саида Хамулича. Но тот же Карп говорит о том, что этот футболист понравился Галактионову. И. Я пытался найти в нарезках Саида Хамулича, за что этот футболист может понравиться Галактионову. И, ну, сильных качеств на самом деле не так уж и много. У него не какая-то выдающаяся техника, у него не самый стабильный удар. Да, на нарезках видно, что он там бьет издали и мячи залетают по девяткам, но надо понимать то, что основной его удар издали это наклбол, так называемый наклбол, удар, после которого мяч летит и резко сваливается вниз. Такие удары не бывают стабильными в игровых ситуациях, да, то есть, когда ты по статичному мячу бьешь, ну, может быть, у тебя будет более-менее стабильно получаться, но в игровых ситуациях эти мячи будут либо улетать куда-то на трибуны, либо будут прилетать в руки вратарю. У тебя будет красивым, получается, там, один из 20 ударов. Это... Красиво в нарезках, но не очень полезно для команды. И вот самое, наверное, важное качество Хамулича – это скорость. Но проблема в том, что невозможно быть сильным нападающим локомотива, эффективным нападающим локомотива, имея только одну скорость в загашнике. У нас и сейчас есть хорошие скоростные футболисты. И Максим Глушенков быстро бегает, и Сергей Пеняев очень быстро бегает. Но они на одной своей скорости не вывозят российскую премьер-лигу. И я боюсь, что Хамулич тоже на своей скорости э, пример Люго возить не будет, тем более, что он в творниках. честно говоря, впечатление Хамулич оставляет довольно удручающее. Ему давали много игрового времени, он целиком провел второй сбор, он целиком провел третий сбор, выпускали его против достаточно слабых команд, Гульф Юнайтед, Ашхабад, и, ну, что-то Хамулич должен был там продемонстрировать, какой-нибудь гол забить, какую-нибудь голевую передачу отдать или просто классно сыграть. А в итоге ну, практически нулевая эффективность. И в тех моментах, которые у него были, он выглядел, ну, скорее комично, чем «О, это интересно». Да, ну, бывает, да, эпизоды, когда игрок что-то делает. Помните, как Пеняев с Краснодаром с центра поля убежал, всех обвел и делал передачу в центр, но там уже сложно было сделать эту передачу. Вот у Хамульча был очень похожий эпизод, только ему этот момент создали хорошей передачей. Uh, он вошел, обыграл вратаря и сделал дальше пустые ворота. Он зачем-то делает передачу назад в соперника. Ну, в общем, сложно мне пока оценить Хамулича, но точно могу сказать то, что uh, игрового времени он будет получать немного. Он совершенно точно не выиграл конкуренцию у своих... Uh, одноклубников, может быть, клуб думал о том, что Текнезиан уйдет, да, как раз покупка Хамулича осуществилась именно в тот момент, когда была трансферная эпопея с Текнезианом, но Текнезиан остался, и на левом краю, ну, Хамулич не первый и не второй даже выбор, потому что будет выходить Сергей Пеняев вместо Текнезиана, и в атаке, в центре нападения совсем плохо выглядел, и там тоже не первый выбор, тоже есть Дзюба, есть Сулейманов, так что, честно говоря, я не очень представляю вообще, в каких эпизодах Хамулич будет выходить на поле и зачем он нужен. Очень похожая история, как с трансфером Сарвели. Я тоже не понимал, хотя Сарвели я котирую выше, чем Саида Хамулича, но тоже я абсолютно не понимал, а зачем этот футболист куплен в эту команду. Он не будет здесь играть, потому что на его позиции есть как минимум 4-5 человек, которые сыграют лучше и будут первым выбором тренера. Ну, вот так и оказалось. Сарвель игрок хороший, но сидит на банке, потому что тренер выбирает других. Посмотрим. В любом случае, трансфер Хамулича не является плохим, потому что это аренда. Аренда, за которую мы практически ничего не платим. И если Хамулич себя не проявит, то мы не обязаны выкупать его из Тулузы. А вот если проявит, то в целом деньги не такие уж и большие, можно потратиться. В любом случае, ну, Такие аренды я одобряю. Помните, год назад мы приобретали конь, Конти, и сначала была информация про то, что Конти переходит к нам в аренду. И я такой, о, ну аренда это нормально. Я не верю в Конти ни секунды, и считаю то, что это плохой футболист, откровенно плохой. Хамулича я не считаю откровенно плохим. У него есть хотя бы одно сильное качество, в отличие от Конти. Но раз он в аренду, то давайте посмотрим. А потом оказалось то, что это не аренда, что это полноценный трансфер, полноценное подписание контракта. Ну и слава богу, что удалось его сбагрить в Аргентину и даже вроде как заработать на этом. А с Хамуличем все нормально. Это аренда, не понравится, уедет в Освоясе. А вот третье подписание, оно уже полноценно, в основной состав 100%, по крайней мере, первые матчи. Ждем Жорзино, Нимси. Жерзино Ньемси, Жерзино Ньямси. Сам Ньямси сказал то, что им абсолютно плевать, как, на какой слог ставится ударение, поэтому э, буду постоянно путаться. Но по-хорошему, раз француз, то это, конечно, Жерзино Ньямси. У меня были определенные опасения относительно Ньямси, что он э, в Страсбуре был таким очень неповоротливым в последнее время и абсолютно закономерно сел в запас. У него были плохие матчи с результативными ошибками, но при этом год назад, когда он только приходил в Страсбург, ну, полтора года назад, он выдал очень хороший сезон. То есть вот сезон прям на очень высоком уровне в Лиге 1. А это, ну, качественная лига, которая поставляет довольно неплохих центральных защитников. И не в принципе, в принципе, российскую премьер-лигу тянуть должен. К сожалению, на сборах мы не увидели DMC в обороне против сильных команд. Матч с Ростовом, матч с Зенитом, как я уже много раз говорил в прошлом ролике, от нас скрыли. Поэтому непонятно, как там действовал DMC. Но мы пропускали всего по одному голу, что в одном, что в другом матче. Поэтому, ну, как минимум, Катастрофически он не проваливался. Да, может быть, вообще не проваливался, может быть, ошибались какие-то другие люди, и мы из-за них пропускали. Но вот сказать то, что вот катастрофы в обороне мы не можем. У нас, в принципе, только один матч на сборах, где мы пропускали больше одного гола, и то там были прям откровенные привозы со стороны э, других людей в соло. В частности, по-моему, Илья Лантратов в матче с Акроном накосячил. Что важно? Немси это игрок с не очень высокой беговой активностью. От него не надо ждать, что он будет прям много бегать по полю. И поэтому ему нужен в паре защитник, который как раз по полю будет много передвигаться, будет где-то страховать, будет где-то выдвигаться вперед. Это тоже нужно в современном футболе, чтобы центральные защитники выдвигались в центральный круг за своим футболистом и не давали ему принимать мячи. Вот Немси действует в глубине. ЕМСИ вот по тем матчам что мы видели это вот такой вот защитник Последний рубеж обороны У нас э, очень Чарли любил играть в такого рода защитника Потому что в конце своей карьеры ему уже не нравилось много бегать И вот он на понимании, на позиционочке Шаг вправо, шаг влево Мяч к нему прикатывается или где-то корпусом сыграет И он выиграл этот мяч и отдал уже куда-то в атаку Вот примерно тем же самым сейчас занимается Немси И соответственно ему нужен вот в пару игрок, который будет бегать это может быть Фасон. Мне кажется, что это оптимальная связка, потому что не правша, Фасон левша, и вот как раз Фасон из тех игроков, которые любят побегать по полю и пособирать мечи, и поперехватывать эти самые мечи играть на понимании. Вот, но пока пока ставят в пару к нему Женю Морозова на позицию Левого центрального защитника, эта позиция не очень хорошо для Морозова подходит, он у нас правша, но тем не менее Морозов тоже довольно подвижный защитник, любит ходить вперед, поэтому ну это тоже нормально. Вот э, ставить Немси Макеев или ставить Немси Кузьмичев наверное, не очень хорошо там Немси Погоснов хотя Погоснов тоже теперь у нас любит бегать в атаку, но с такими вещами, как подстраховка, как закрывание зон на флангах, у них не очень хорошо. Так что посмотрим, с кем будет в итоге выходить Немси. Пока с Морозовым, ну, пара не самая оптимальная, но жизнеспособная. В любом случае, мы сделали размен Ивана Кузьмичева на Жерзино Немси, который, ну, при любой оценке, как бы я там не оценивал умение Немси играть в футбол, ну, понятное дело, что Немси сильно лучше, чем Иван Кузьмичев. Ему предстоит доказать, что он сильно лучше, чем Евгений Морозов, или что он сильно лучше, чем Лукас Фасон, но в любом случае обойма локомотива точно стала сильнее с приобретением Жорзино Немси и... В матче с Динамо мы уже наконец-то посмотрим на то, как играет этот футболист против сильных соперников Динамо. Это уже команда с одной из лучших атак вообще в нашей лиге. Соответственно, если НМС справится с ней, справится с Тюкавином, справится там с Краскалем, с Бителло, ну, можно будет уже говорить о том, что это приобретение хорошее. Ну, или если не справится, то это приобретение сомнительные. Здесь уже речь о полноценном трансфере за не очень большие деньги. Локомотив много денег сейчас на трансферы не тратит. Боится, что ошибется. Боится, что купит игрока, который не адаптируется или захочет резко домой. И мы на этом деньги потеряем. Поэтому мы приобретаем футболисты, футболистов в довольно низкой ценовой категории до 3-4 миллионов евро. Понятное дело, что найти бриллиант в этой ценовой категории ну, довольно сложно. Тем более, что мы искали Опытного центрального защитника, который будет помогать здесь и сейчас. Жорзино Нимси, игрок из Лиги 1. Сейчас, если вы посмотрите на российскую премьер-лигу, вы увидите, что трансферы в основном из всяких иранских, алжирских, э, тунисских команд. Так что покупка из чемпионата топ-5, ну уже тоже за это можно э, такой небольшой плюсик поставить нашей менеджерской команде. Понятное дело то, что весна расставит все по своим местам. Если мы этот отрезок пройдем так же, как прошли прошлую весну, в прошлом году, с огромным количеством побед и огромным количеством набранных очков, можно будет сделать вывод, что в принципе люди, которые занимаются составом локомотива, они дело свое знают. Да, может быть решение не самое популярное. Нету приобретений футболистов там за 10, за 15 миллионов евро. Нету каких-то ярких бразильцев, аргентинцев, мексиканцев, уругвайцев гуайцев, чилийцев, которые бы прям, ух, интересно, что они из себя покажут. Да, довольно стабильные варианты приобретаются. За не очень большие деньги. Если они не заиграют, нельзя сказать то, что это, господи, провалище. Но при этом э, варианты крепкие и ну, заиграть они точно могут. Вот, это все, что я хотел сказать про трансфер локомотива. На самом деле, получилось довольно долгое видео. Я не ожидал, что мне прям захочется выговориться. Будет еще одна часть с подведением итогов, не менее важная, может быть, самая важная. Э, ответ на вопрос, который мне, наверное, задавали чаще всего. Это вам э, затравочка на третью часть. Ну, а пока все. Да? Если вам понравилось это видео, если вы ждете третью часть, то пишите об этом в комментариях. Обязательно поставьте лайк, если вы думали в начале видео ставить лайк или не ставить, и вот досмотрели до этой минуты и потратили на это свои там полчаса жизни, ну, это стоит лайка, разве нет? И до новых встреч. Матч Динамо уже совсем скоро.